Давайте, представляйтесь. Дашенька. Голова Света. Светик. Елютин Михаил. Михаил и... Батва Анастасия. И Настя. Приветствую вам, президенты. Сейчас специально для вас мы повторим танец Монтаны. Прямо на эту штуку садитесь, смотрите на Ирка телефон. Твой телефон, там музыка танцевала. Сейчас, секундочку. Садитесь, все чисто, не волнуйтесь. Кладите телефон, ой, микрофон или Александр, там еще подарки вручать. Нет, 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 подарки вручать это самое лучшее. Что-то зал как-то замер, неожиданно, да? Но это же день рождения. И среди вас тоже есть именинники. Может, вы поддержите именинников провинции Галилей? Ну так идите к ним, именинники остальных провинций. Запросто можете присоединиться к этому, к этим посиделкам на сцене. Такого не было никогда. Кто хочет из именинников присоединиться к именинникам? Давай скорее, ну что ж такое? Молодцы, садитесь, супер. Супер, вот он настоящий именинник. А теперь провинция Галилей, останьтесь на сцене, вы что, самое главное. Остальные именинники садятся. Ну, естественно, подборные аплодисменты и желание здоровья, счастья, Елена Занна. 3-4. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приветствуем всех, кто пришел на наш концерт под названием «Алло, мы ищем таланты». А что же такое талант? В чем он проявляется? Как его обнаружить и как он развивается? Талант – это то, что человек любит делать больше всего. То, что человек никогда не бросит. То, к чему он возвращается снова и снова. То, от чего он получает удовольствие. И сейчас это нам докажет Оля с провинции «Алые и белые розы». Встречаем номер «Простая девчонка» по имени Оля. Она видит мир на своем мониторе, и там ее жизнь, там ее территория. Ходит из дома всегда.
всегда что-то против и что-то отчаяние. Попалась девчонка в широкие сети и сутками просто сидит в интернете, находит там фотки и видеофайлы и шлет всем друзьям и подружкам на майлы. Она не знает выходных и праздников, и день и ночь сидит на одноклассниках. Неустанно кликает мышкой, чтоб поболтать с подружкой Иришкой. Она не знает выходных и праздников, и день и ночь сидит на одноклассниках. Засела за компьютерным столиком, чтоб пообщаться с Димой и Гонками. Ночь сидит на одноклассниках, неустанно кликает мышка, чтоб поболтать с подружкой Иришкой. Она не знает выходных и праздников, и день и ночь сидит на одноклассниках. Засела за компьютерным столиком, чтоб пообщаться с Димой и Гонками. Вокруг. Талант есть у всех. Просто, возможно, его еще не все открыли. У кого-то он проявляется в маленьком возрасте, как у наших ребят из провинции Лимония. Сейчас вы увидите искрометный, интересный и зажигательный номер под названием «Я обиделась» в исполнении Александры. Встречаем! Раз, раз. Подходи ко мне, я.
театра, это было замечательно. Люблю, когда звучит гитара. Это бывает так душевно. И сейчас нам исполнит Соня из провинции Земляничная Поляна песню под гитару, которая называется «Ёжик резиновый». Встречаем! Потому что будет живое исполнение, да? Вы слышали, наши таланты только растут. Сонечка очень волнуется. Мы ее поддержим аплодисментами обязательно, да? И еще раз просьба тишины в зале. Спасибо. Порой удивлять и быть всегда в плену вдохновения. Ты знаешь, мне тоже хочется, но сегодня мы с тобой просто ведущие. А вот девочки из провинции Гасконья, Александра и Юля, сейчас исполнят для нас песню под названием «Капельки дождя». Встречаем!
Девчонки из провинции Эдельвейс. Вика, Юля и Анастасия. Также с песней. Встречайте девочек из провинции Эдельвейс с песней «Кукушка». Бурные аплодисменты.
ласковый рассвет встречаешь. Потому что они не только классно поют, но еще и здорово танцуют. Встречайте девчонок и мальчишек из провинции Левей с танцем «Чоколада». Chocolate, 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 choc
очень здоровски. Танцы и песни. Это очень хорошо. А вот умеешь ли ты играть на каком-либо музыкальном инструменте? Нет, я, к сожалению, не умею. А вот Олеся из провинции Радужная умеет играть на сложном инструменте, который называется флейта. И сейчас нам это она продемонстрирует. Встречайте, Олеся из провинции Радужная с номером «Испанский танец». Аплодисменты. Внимание, просьба тишины в зале, живое исполнение. Сцену выйдет также представитель провинции Радужная, Рачинский Алексей, с песней «Как дельфины». Встречаем! Что-то от света на холодном полу нелюбимого цвета, но укрыт белым пледом, принесешь теплый чай, и снег насыпешь, и следом уйдешь, чтоб не отвечать. Мы рассекаем воду, как дельфины в пространстве бесконечной темноты, изведывая новый
Тихие глубины, сигнал твой слышу я, услыши ты. Земля играет в игру, кидает по полюсам себя. Я с карты сотру, без тебя не создам. Но стоит только пытаться искру заполнить огнем, и я начну проявляться, как на листе молоко. Мы рассекаем воду, как дельфины, в пространстве бесконечной темноты, изведывая новые глубины. Сигнал твой слышу я, услыши ты. Мы рассекаем воду, как дельфины, в пространстве бесконечной темноты, изведывая новые глубины. Сигнал твой слышу я, услыши ты. Мы рассекаем воду, как дельфины, в пространстве бесконечной темноты, изведывая новые глубины. Сигнал твой слышу я, услыши ты. Мы просто скажем, провинция Энская, с песней, которая называется «Молитва». Встречаем! Не сомкну глаз я, пустая постель, и все как дурман, и жизнь моя тает, и исчезает, как будто туман. Скажу с ума я, одно лишь реально, мои мечты. Я просто люблю так, я просто лишь верю, вернешься ты. Приду я в бездорожье, боюсь я новой боли. Одни все тревожней, раны сосчитать. Сколько раз про...
вставай, танцуй под звездами сейчас. И за собой увлекая, прошу, танцуй, танцуй для нас. Для вас сейчас выступят Дарья и Алексей из провинции Монтана с зажигательным танцем «Ча-ча-ча». Встречаем! Excuse me, can I have your attention please for one more time? She tastes like coda, sweet, sweet sugar coda. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night in a song, because she can't stop your dying, baby. I love your curve, it is every pound, every pound. Stop your diet, come on, do it for me, hey, do it for me. I love you round, 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 cause you're so sexy. Талантливые.